Доброго утречка всем, друзья! Сегодня у нас 9 июня 2021 года. Находимся мы в Италии и будем пересекать городочек Мантова, что в квадрате вот Верона, Пьяченца, ну вот в этом квадрате, это А22, А1, А4. В этом месте. Так, нам прямо надо. Кстати, еду под знаки. Потому что навигация не ведет туда никак. Вернее, не вела. Вот, пришлось мне переставить как автобус. Ехать. Ну там знак был тоже, как бы 7,5 тонн, ну, в ограничение, кроме доставки. Ну у нас доставка еще за 60 километров. Проедемся, посмотрим. У нас буквально река, будет какой-то мост. Ну, как-то так. Хотя сейчас вот у меня вторая навигация включена, вроде сейчас выровнялась, все нормально, все, едем мы. Какие-то глюки были, соответственно. Ну такое. Сейчас где-то будем заезжать, тогда постараюсь включиться. Вот. А мы, в принципе, даже край городочка будем трогать. Вот так вот. Мы его целиком даже. Я, по-моему, даже здесь вроде и проезжал. Вроде что-то так кажется мне. Вот эти вот предприятия какое-то большое. Назовем его химпроизводство какое-то. Напомню, у меня 40 и выше тонн, сейчас полная масса. То бишь груза где-то больше 25 тонн у меня. Готовьтесь к левому повороту через 800 метров. Превышаете допустимую скорость. Вроде бы как ехал. Что-то такое. Ладно, пока выключаюсь, наверное. Я думаю, мы сейчас едем здесь окраиной какой-то. Здесь я был, потому что вот этот светофор, который налево, очень такой долгий. И здесь мы еще, наверное, постоим. Ладно. Дорогу с круговым движением, а затем съедьте, используя второй съезд. Так, едем по двум навигациям. Ну вот моя, которая, вы ее постоянно слышите, немного не так ведет. Ну, будем придерживаться новой своей. Потому что разные, ну вроде та вторая поровнее его ведет, то есть та показывает 50 километров, это же 58. Через 100 метров въедьте на дорогу с круговым движением, а затем съедьте, используя второй съезд. И вот если я выставляю грузовика в навигации, то она мне вообще разворачивает назад. Доедьте 1,4 километра. Вот. Такое. Ну, что-то, смотрю, строится. Крыша делает. Нет. Ладно, пока рулим. Так, друзья, ну вроде бы выехали на
на более-менее ровную дорогу такую, но мы будем ехать прямо, то есть не знаю как. На следующем повороте поверните направо. Моя разворачивает, мы едем по другой. В чем прикол, и сейчас посмотрим. Где они есть. Перепроложите. Дайте 1,6 километра. Пока вроде бы так. Автобусный парк вроде бы, потому что много автобусов все одного цвета практически. Я так понимаю, это Мантуя, край городочка был, может быть. Может, продолжение. Дорога такая, вот видите, местами есть такие ямы, которые вроде бы залепили, но где-то продавлено. Вот это, конечно, да. Я, если же получится у меня повторить именно Дезенцано паркинг, я постараюсь все-таки на велосипеде поехать в район Кальцедония. Но если кто хочет загуглить, как раз оттуда где-то недалеко, и как раз такая коса длинная, она туда вглубь озера этого получается. Вот это типа сам смак вроде бы, как пояснили мне. Ну посмотрим, каково расстояние там же будет велосипедного маршрута. Я думаю, там таких подъемов спусков не будет. Это будет через хорошо. 100 метров въедьте на дорогу с круговым движением, а затем съедьте, используя второй съезд. Кальцедония. Используйте второй съезд. Даже и здесь кукурузой засеяли, ничего себе. Редко так увидишь. Некую часть пшеницы. Проедьте даже 2,5 километра. Куртатоны, вроде бы так пишется здесь. Вот городочек. Часы у нас показывают. Так, без. Да, четенько. 43 минуты. Которые никто не обстреживает, то есть не обстригает. И ну, пускай, ладно, если там каким-то контейнером металлическим это все чесает, ладно, но когда вот новый прицеп и превышаете допустимую скорость, делать такие полосы, особенно даже, знаете, как когда ты везешь автомобили какие-то, вот вроде бы там стоят такие для, ну, чтобы ветки как-то вот улавливает или наоборот отбивал от листьев, но все равно где-то что-то зацепляет, да, помогается. Готовьтесь.
через 800 метров пересечь дорогу с круговым движением. Так, друзья, времени 10:44, за бортом 26 в плюсе уже. Без кондиционера, ну никак. Через 100 метров пересеките дорогу с круговым движением, съедьте, используя второй съезд. Используйте второй съезд. Очередное селишко. Дороги такие нехти. Так, на дорогу с круговым движением, круговым движением. Используя пятый съезд, а мы будем заезжать сюда, опять же под знак. Используйте пятый съезд. Вот почему навигация ведет меня сюда, не пойму. Используйте второй крутой поворот налево. Налево. На следующем повороте резко поверните направо. Капец, будем ехать такими дорогами. Перепроложить. Доедьте 7,8 километра. Вай-вай-вай-вай-вай. Так, вот такая вот дорога. Я не знаю, вдвоем здесь, ну, две фуры, тяжело разойтись. Как так? Вот. Ой, покороче, да, 27 километров. Да, теперь показывают обе навигации, как бы вот в одну струю. Ну, дай бог, чтобы здесь все было без эксцессов каких-то вот.
Хотя, опять же, такими вот полями, ну, я редко где ездил. Мне бы еще туда направо съехать бы, так вообще было бы замечательно. Так, дядька, с тобой бы как бы это разойтись бы, вообще было бы идеально. Потому что мне съезжать, ну, никак нельзя. Давайте. Не хочется на обочину мне лезть туда. Да, ширины не хватает вообще. По краешку проходим. Ну, а такое вот раздолье, ну, вот, ну, редко мне где-то я, чтобы по Италии вот так, а тем более где пшеница или что такое колосится вот. Ладно, едем дальше.